Я от конкурса, еще раз скажу, я не отказался, я буду участвовать. Но я знаю, что пока на данный момент этот конкурс не объявили. Какого числа он будет? Этого конкурса почему до Луны пешком. Много вопросов? Секунду, можно я отвечу? Я просто не понимаю, можно я почему? Отвечу? Можно я отвечу? Можно подождите, я отвечу? У нас был сэр и сказали, что действительно ничего плохого вам не говорят. Просто хотят, чтобы вы вместе вступили в этот конкурс так и боролись. Так мы вместе, мы семья, мы и боролись. Но Дима почему-то отказывается от этого и хорошо. Приводит пример в жизни. Хорошо, мы отошли от этого конкурса и говорят, в жизни приходится... Все нормально все? Почему смотри, ты кричишь? Нет, хочется? Потому что мы сейчас вас здесь оставили. Ты можешь спокойно нет, разговаривать? Мы не можно я тебя скажу? Сейчас отстаивала на тете, говорила, что ты достойный победитель. Тебе сейчас плохого не говорю. Ты сейчас говоришь, ну, спасибо. Почему я к нам также вопросы? Хочу почему сказать, к нам что вопросы? Ты достойна души этой победы, Алена. Ничего плохого. Тебе. Я зачем ты так не хочу. Вот реагируешь? Я тебе хочу просто донести то. Ты сейчас опять задаешь вопрос. Почему к нам много вопросов? А можно с нормальным тоном ведущим? Почему мы говорим о конкурсе, о нас? Почему не о тебе? Почему? Нет, мне сейчас, секунду. Сейчас обидно за то, что ведущие сидят. Нет, говорят, нет, то, что они достойны участвовать в конкурсе. Мы сидим отстаиваем. Нас не виноваты. Да. Мы что, мы ее отстаиваем? Ты что, с ума Оля сходит сейчас просто с ума? У нее я говорю, маленький ребенок, хватит так разговаривать. Мне приходится уходить. Ты кричишь. Я уважаю. Я не кричала, потому что не надо говорить то, что я кричала. Я просто громко разговариваю. Вы также разговариваете громко. Нет, Ален, стоп. Я сейчас не кричала. Обвинять меня не надо. Я еще раз повторяю, что хорошо, я ненормальная. Я уже знаю об этом, ребятки, мои хорошие. Да, я истеричка на гормон. Хорошо, я еще раз повторяю, я свою сестру люблю и отстаиваю. Да. Если я говорю свое мнение о том, что ведущие сидят на тетах и говорят, что да, вы достойны, но вы должны бороться вместе, и что я в этом плохого сказала? Вы сидите и говорите, почему к нам много вопросов? Скажу. Просто дело в жизни, понимаешь, придется в Москве, когда ты будешь жить в Москве, придется бороться еще и в Москве за работу, за жилье, за еще что-то. Нужно будет содержать всю семью. Это тоже, по крайней мере, борьба в жизни за себя. И в конкурсе тоже придется бороться. И с коллективом ну, нужно находить общий язык, потому что коллектив не только мы здесь живем в коллективе, вот а еще все. Нужно будет устраиваться на работу. Там устроимся тоже коллектив, и там тоже нужно находить общий язык. Знаете понимаете? Что, ребят, мы и... только что сказали, что в нашем доме точка. Не надо, я нормально ребенок разговариваю. Вот видишь, как я если что ухожу. Да я ушла, у меня маленький извините, ребенок. Извините, пожалуйста, меня, господи, пожалуйста. Ой, Алена, я пожалуйста. С тобой. Алена, Алена. Я же просто не могу сказать, трясти от этого начинать. Это ужас, Оля, просто ужас. Как вы действительно реагируете на это? Сейчас? Ты это что бессовестная, просто. Я бессовестна? Бессовестна. Дети, мы тебя отстаиваем. Как да это. Вы кричите. Ты бессовестная, вы просто. Разговариваете на повышенных тонах. Бессовестная ты. Ребенок. Да хватит ты своим ребенком прикрываться. Что ты ей прикрываешься? Что ты прикрываешься вечно? Хватит прикрываться моим ребенком. Ты бабушка вообще? Вы игроки, по-моему. Оля, вы что играете? С тобой? Вы ведете себя вы как в театре? Что, мы вы сегодня актеры с тобой? Или что? Ты опять начинаешь? Она встала на колени. Ты? Да что за была за показуха? А это что такое ты устроила? Я ушла, потому это что вы разговаривали на повышенных мы нормально тонах. Разговаривали. Вы не сдержанные. Вы говорите громко. Мы нормально вы на эмоциях, вы нервничаете. Вот это ты сейчас нервничаешь. Вы меня заводите. Это ты сейчас нервничаешь. Вы сейчас с позиции обвинения говорите. Оля. Кошмар. Нет, так дело не пойдет. Ну не пойдет, так не пойдет. Какая сиди. Поддержка мне не нужна? Извините. Сиди. Не нужна тебе поддержка? Не нужна тебе поддержка от семьи? Я говорю, такая мне поддержка не тебе нужна. Такая не нужна вы поддержка? Вы провокаторы. Вы заводите меня. Вы заставляете нервничать меня, да, мою что малышку. Ты всегда реагируешь на так. Так вы орете. Все. Я сижу, у меня Алена по духу орет. Она не разговаривает, она орет. Она разговаривает с тобой нормально. Она тебе говорит грамотные вещи. Божечки. Татьяна Владимировна, будем чай пить. Не знаю, вот в такой обстановке. Да уже все чай хорошо. Нравится. Татьяна Владимировна. Ну я посмотрю вон на Олю. Да не смотрите нормально? На Олю, на меня смотрите. Ничего себе. Меня мама назвала, ты ужасно, поведение у тебя никакое. Ужасное поведение, Оля. За что? Что я спросила, что было на тете, Оля, я разговариваю Оля, потише. Оля, мы нормально все тут разговаривали. Что ты взбеленилась? Я ушла, потому что с ребенком услышала крики. Какие крики? Крики? Вот что ты сочиняешь? Ну какие крики? Опять я сочиняю. Какие я крики? Я говорю, что мне не понравилось общение. Оля. Что я переживаю за своего ребенка. Что она испуг что? Любой вздрогнула. Хорошо. Крик, все, не дай бог. Так, Оля, прекращай, тебе нужны родители. Тебя вот сейчас неделю не трогали. Ты хочешь, сейчас, чтобы тебя сейчас дергали и ведущие к этому подтягивали? Что ты я дергаешься? В шоке вообще. Что я ты дергаешься?
Что с тобой, что тебе сказала такого Алена, что ты сказала, что ты орешь? Ты можешь спокойный момент ответить? Просто поговори. Я не могу, она видишь, как со мной разговаривает? Да не важно, как мама с тобой разговаривает. Ты можешь спокойный момент ответить? Что тебе не понравилось? Что? Ответить? Мне крайне неприятно, обидно. Я ужасная, я плохая, я всегда виновата. Тебе сейчас Алена говорила это? Ты мне это сказала, говорю за тебя. Ну, вы слушайте сейчас ее. Алена начала разговаривать на повышенных тонах. Я говорю, успокойся, тон ниже, что за нервы? Начал вот так вот прям, вот, у меня нервничает ребенок. Что нет? Мам, ты защищаешь свою младшую дочку. Нет, а я тебе говорю, это не так. Я не буду тебя поддерживать за твое дурацкое поведение. Ну, я тебе еще раз говорю, ну, я не буду поддерживать за твое дурацкое поведение. Ну и не надо, пусть она будет дурацкая. Не надо. Хотя, Владимир, мне кажется, она правильно сделала. То, что она не стала конечно, ругаться. Конечно, правильно. Я мудро сделала. Дим, помоги дверь открыть. Ну, она считает, что Дима, кто не кричал? Ну, я даже люди Дим, поддержи меня, пожалуйста. Это что за поведение такое вот? Это что за поведение? Пусть каждый начнет с себя.